Меня зовут Ирина Кудрявцева. Я работаю в музее, в Екатеринбургском музее изобразительных искусств, заведую отделом современного искусства. На кафедре истории искусств и музееведения Уральского федерального университета. Сегодня у меня мои дорогие, любимые коллеги из арт-галереи Ельцин-центра пригласили поучаствовать в событийной программе к выставке Павла Отдельного «Русское нигде». И мое выступление будет связано с размышлениями о жанре пейзажа в отечественном искусстве преимущественно 19 и 20 веков. Ну и, конечно же, весь наш разговор нас должен так или иначе привести, вернуть обратно в экспозицию, в материал той живописи, которую сегодня мы можем увидеть в залах арт-галереи. Несколько слов о названии и о той рамке, которую мы будем выстраивать сегодня в разговоре о пейзаже. Вообще, жанр пейзажа — это такая очень неохватная, огромная тема, и нам необходимо как-то немножечко локализовать наши поиски и наши рассуждения. Они будут не академичными, я сразу об этом говорю, и не будут, скажем так, исчерпывающими. Это скорее такое рассуждение на тему. Так вот, об этой рамке. Одна из первых картин, которая встречает нас в этой экспозиции, выглядит вот таким образом. Вы ее видели, я думаю, живьем. Ну, так, чтобы вам напомнить. И то, что меня особо зацепило в кураторском тексте и в такие какие-то общие ощущения от этой экспозиции, как раз связаны так или иначе с категорией будущего и с этим словом «будущее», которое здесь непосредственно декларируется в этом пейзаже, очень аскетичном, минималистичном и скупом. «Будущее так и не наступило», написано на стене. А в кураторском тексте автор отмечает, на мой взгляд, очень точно и четко то, что в этом проекте Павла Отдельного художник очень чутко уловил недавно возникшее, хотя вот насчет недавно можно поспорить, но неважно, недавно возникшее в коллективном чувственном восприятии, переживании, утрату будущего как человеческого проекта. Ну, пожалуй, с утратой будущего художники и культура, и западная, и отечественная столкнулись чуть раньше, еще в 60-е, 70-е годы 20 века. И вот мне показалось интересным посмотреть, как эта категория будущего и присутствие или отсутствие этой идеи будущего проходит сквозь историю отечественной живописи, потому что Павел Отдельнов работает с реалистической живописной манерой, и это, безусловно, нас так вольно-невольно отсылает к традиции русского национального пейзажа XIX века и реалистического пейзажа, который тоже наследует этой традиции. В 20 веке советский вариант соцреалистического живописного канона. И, в общем, интересно посмотреть, как там эта категория открывается и как она выстраивается, эта преемственность. Ну и помимо, конечно, категории, вот этой временной категории, да, некой категории, большого понятия о будущем. Так или иначе возникает идея и категория пространства, потому что пейзаж — это прежде всего в широком понимании изображение некого пространства. Вот. И, в общем, поэтому появилась такая рамка рассуждений о пейзаже. Пейзаж, с одной стороны, жанр такой, может быть, не особо примечательный, он не претендует на
какую-то серьезную лидерскую позицию, так как, например, ну, в иерархии живописи, так как, например, такую позицию занимала историческая живопись или живопись на религиозную тему, или даже портрет, и то всегда как-то считался более серьезным и важным занятием. Вот пейзаж как-то всегда лежал несколько на периферии этих иерархий, но в то же самое время пейзаж — это то поле, то пространство, да, где формулировался очень важный, скажем так, очень важное сообщение культуры и художественных образах воплощалась национальная идея. Вот. Пейзаж, особенно в русском искусстве, стал как раз таким воплощением национальной идеи. Вот. Значит, и сейчас предлагаю немножко окунуться в эту историю русского отечественного пейзажа. Он, в общем-то, пейзаж, я имею в виду, этот жанр, несмотря на его какую-то, может быть, не самую лидерскую позицию, всегда вызывал большой интерес и большую любовь у публики, у зрителей. Вот. И пейзажная живопись, как я уже сказала, она во многом концентрировала такие важнейшие мировоззренческие, может быть, даже философские размышления и концепции о русском о русской самоидентификации, о русской культуре, о русской какой-то идее. В общем, как бы это громко ни звучало, но именно так это и было поначалу в XIX веке. Появился пейзаж в русской живописи еще в XVIII веке, но подлинно как бы национальным он становится на протяжении XIX столетия. И прежде всего вот такую национальную специфику приобретает в творчестве художника Венецианова и его учеников такой неформальной художественной школы, которую Венецианов организовал в Тверской губернии, где жил и работал. И один из его ярчайших и таких как бы самых известных учеников — это Григорий Сорока. Вот перед нами как раз одна из его картин, очень типичная для этого автора, и она, в общем, иллюстрирует нам показательно художественную концепцию, скажем так, авторов венециановского круга и самого Венецианова, и Сороки в том числе. Перед нами изображение такое идеалистическое, изображение аллегория, где, с одной стороны, натурные, точные какие-то такие образы небольшого поместья, островки, где, в общем, Сорока был крепостным художником, соединяются с очень такими элегическими обобщениями, напоминающие нам скорее о каком-то таком мечтательном, вневременном состоянии. И здесь как раз, если мы будем использовать нашу рамку и пробовать приложить ее к этим произведениям, здесь, пожалуй, нету никаких категорий временных, да, то есть это картина такая вне времени, то есть здесь прошлое абсолютно органично, естественно, слито с настоящим, и все это достаточно естественно и неотделимо транслируется и подключается к модели будущего. То есть здесь, в общем, такое время недискретное, оно вот очень так эпично, плавно протекает, без изменений, без рывков, без каких-то эволюционных перемен. Вот. Похожая тоже трактовка пейзажа у самого, собственно, Алексея Венецианова. Это одна из его таких легендарных картин, самая, пожалуй, известная работа. Нельзя сказать строго, что это исключительно пейзаж. Здесь мы видим
такое подключение сюжетного такого, как бы, сюжетной сцены с изображением крестьянки, вот так вот шествующей очень плавно, величественно по пашне. И здесь вот эта вот эмоциональная сдержанность, она еще больше подчеркивает некую статику, непоколебимость и вот такую, в общем, как бы всеобщность, слияние человека, мира, гармонии, поэтической гармонии и какой-то обобщающего образа и русской земли, и русской женщины, русской природы, русского вообще вот такого начала духа, что ли. Вот. Во второй половине XIX века складывается уже достаточно так разнообразно русская пейзажная школа, исключительно которая заточена на развитие пейзажа, и пейзаж становится одним из преобладающих жанров в творчестве художников-передвижников. И, в общем-то, на основе пейзажа вот как раз начинает формироваться национальная художественная традиция, и совпадает она с процессом формирования национального самосознания, в том числе какого-то такого внутреннего раскрепощения, критического отношения к действительности, к природе, выстраивания этого образа русской природы, в общем, как некого эпичного начала, да, безграничного, бескрайнего, необъятного раздолья, красоты, гармонии, уравновешенности, какого-то такого созерцательного начала, то, что мы прекрасно с вами знаем по картинам Ивана Шишкина. Это перед нами одна из его таких крупных, больших полотен. Картина «Лесные дали». Она, ну, на мой взгляд, в общем, любую картину Шишкина мы можем здесь показать, и она будет иллюстрировать эту важную тенденцию и XIX века, и само творчество самого Шишкина как некой такой эпичности, которая приравнивается в живописи того времени с патриотическим социальным звучанием искусства. Вот. Несколько иная сторона пейзажа в конце XIX века и тоже, в общем-то, в лоне передвижнической группы задевает несколько иную такую репрезентацию этого пейзажа. Здесь мы уже видим не просто воспевание и такую торжественную, праздничную картину, как у Шишкина. Здесь мы видим вот в работе Василия Федорова очень такое тревожное, драматичное, неприкаянное какое-то даже немножко состояние и природы, и человека, который оказывается в эпицентре этой ситуации, этой композиции. И вот гордость, да, вот этот патриотический дух возвышенный, он сменяется здесь чувством сожаления, чувством какого-то такого глубокого сопереживания людям, вот этой русской бедноте, русской неприкаянности. И вот это вообще на самом деле эксплуатация передвижниками мотива бедной России со всеми ее атрибутами и вот этой слякотью, межсезоньем, покосившимися избами, нищетой и, в общем, такой неустроенностью, она становится в том числе, ну, неким таким словарем, да, языком, на котором говорят о русском передвижнике. Да. И здесь вот не случайно и у Васильева, и вот в работе Алексея Саврасова, безусловно, как бы вершине пейзажной живописи XIX века, мы видим изображение межсезонья, да, то есть это оттепель, это вот какое-то такое состояние природы, неопределившееся, самое
любимая наша пора, когда тает снег, да, когда еще же природа не ожила, и, в общем, и зима еще особо не ушла. В общем, это какая-то самая такая серая, самая угрюмая пора. И здесь вот в работе «Грачи прилетели» пейзаж нарочито прозаичен. Он максимально как бы вот так вот окрашен этой угрюмостью. Даже исследователи отмечают, что Саврасов в какой-то степени конструирует этот пейзаж, собирая его из разных этюдных своих зарисовок и делая акцент не на замечательном каком-то таком интересном архитектурном элементе храма на заднем плане, а на вот как раз голых ветвях, грачах, вот этом вот таявшем снеге. Вот. Скудность такая этой природы здесь, прошу прощения, подчеркивается. Это же как бы тенденция продолжает развиваться в творчестве Саврасова. И вот в другом его полотне «Вечер, перелет птиц» здесь вот эта пустота, она обнажается. До этого пустоту не было как бы такой привычки изображать, да. И это, мне кажется, очень интересный такой парафраз, как раз отсылающий нас к пустоте и такой аскетичности, в том числе и в работах Павла Отдельного, современного художника, который пытается тоже на пейзаж актуальный взглянуть глазами вот какого-то такого обобщающего, некого уравнительного такого, наблюдателя. Вот. И здесь вот эта пустота, она максимально как бы такая звенящая, что ли, безрадостная природная длительность, как пишут искусствоведы об этой работе. Ученик Саврасова Исаак Левитан тоже ассоциируется у нас совершенно конкретно с пейзажем и с русской природой. И, в общем, всегда, когда мы думаем о том, что такое русская природа и русский пейзаж, то, конечно, приходят на ум эти имена, и в том числе работа Исаака Левитана, такая, в общем, эпичная, с одной стороны, и в то же самое время элегичная, где природа не просто предстает как изображение какой-то реальности угрюмой, убогой, но она здесь также очень строга и аскетична, графична даже в какой-то степени ее изображение. Но природа здесь становится для художника поводом для размышления о бытие, о недостижимости каких-то, может быть, высоких гармоний или наоборот, о близости с аскетичностью божественного начала, о духовности и о присутствии этой духовности в пространстве национального пейзажа. Как ни странно, этот пейзаж тоже сконструирован, собран, и особенно такая интересная и любопытная точка взгляда, высокая точка отсчета зрительского нахождения в таком промежуточном состоянии между небом и землей, опять же, нас отсылает к такому небанальному, неземному, необыденному восприятию этого изображения. Пейзаж здесь вот такой, скажем так, мостик, что ли, к, опять же, к какой-то вневременному состоянию. Здесь, в общем, вообще, в принципе, этого времени нет, да, оно как бы застыло в каком-то таком созерцательном миге. Вот, и сразу после таких серьезных размышлений предлагаю вам перепрыгнули в 20 век и
перед нами работа, на мой взгляд, очень загадочная и такая удивительная работа Петрова-Водкина «Полдень лета» 17-го года, написана за несколько месяцев до революции, но это, наверное, не самая важная контекстная рамка для этого произведения. Любопытно здесь такая композиционная основа. Художник здесь нам не предлагает изображение горизонта, как это обычно вводится в пейзаже. То есть есть линия горизонта, отделяющая небо от земли, некая какая-то вертикальная ось. А здесь художник Петров-Водкин, как, в общем-то, свойственно его авторской стилистике, использует принцип сферической перспективы, немножко вот так изламывает эту ось горизонта и превращает картину как в кусок вот этой изображения планеты, да, какой-то. И, в общем-то, это созвучно на самом деле и тому, что он изображает. Здесь нет изображения конкретной местности, какой-то натуралистичного подобия. Здесь пейзаж сугубо символичен. И он как бы выхвачен из потока времени. Тем самым он, в общем-то, оказывается репрезентацией вообще каких-то циклов жизни и не какой-то отдельной ситуации жизненной, а некого обобщающего, всеохватывающего правила, да, некого порядка жизни. Здесь есть сцены рождения и сцены похорон, сцены жизни, да, каких-то сельскохозяйственных, там, не знаю, циклов. Все это вплетается вот в некий горизонт вообще, в принципе, жизни и событий, в том числе как бы сельских событий. И сельский сюжет, он приобретает такую интонацию, опять же, национальную, как бы такая модель мира, которая здесь, в этом пейзаже, воплощается. И здесь, если говорить опять о времени, возвращаясь, да, к нашему предмету, время также, в общем, как бы так, является таким циклическим начало и конец сосуществуют вместе, соответственно, будущее, которое мыслится как бы как неким таким лежащим за рамками, да, нашего повседневного состояния. Здесь оно находится в одном пространстве с нами, то есть это будущее, оно, в общем-то, понятно, да, оно вот так вот циклично встраивается в этот ритм какой-то вот этой жизни. Да. Вот. В 20-е годы и в начале 30-х годов отношения с категорией будущего и с восприятием и пониманием будущего очень серьезно обостряются, да, или, скажем, становятся такими очень яркими. Вот перед нами работа художника объединения станковистов Петра Вильямса «Автопробег». Она 30-го года, но, в принципе, она хорошо репрезентирует художественный язык остовцев второй половины 20-го и самого начала 30-х годов, потому что объединение существовало до 31-го года. Вот. Вильямс здесь создает такой романтический образ пейзажа, но не романтический в смысле романтизма 19 века, а в смысле такого нового представления и о действительности, и о грядущем, приближающемся, причем вот с такой бешеной скоростью приближающемся будущем. Здесь предстает как настоящая, да, то есть это реалистическая подача, реалистическая манера изображения, предстает модель воображаемого будущего. То есть это период, надо тоже это отметить, 20-е, 30-е годы, это период моделирования будущего. Искусство полностью охвачено поиском
нового языка и нового воплощения того, что еще мы не видим, того, что мы еще не можем почувствовать, но того, что мы готовы помыслить и готовы как-то включить в нашу духовную реальность то, что пока в действительности еще не намечается. И вот это вот очарование техникой, очарование движением, устремленностью в будущее, без оглядки устремленностью. Здесь очень серьезно чувствуется, это чувствуется и в работах Александра Лабаса, также Остовца, и Климента Редько, Юрия Пименова. Ну, в общем, для нас пример Вильямса тоже весьма показательный. Еще одна картина, которая говорит нам очень, ну, как бы так, прямолинейно говорит нам о фантазии, о будущем, о мечте, о будущем. Это работа Константина Богоевского. На мой взгляд, очень как бы нетипичная для этого художника. Это автор как раз пейзажист, автор таких лирических, символистских пейзажей Крыма. Большую часть жизни он прожил на Черноморском побережье и являлся, в общем, таким певцом, что ли, этой природы и этого края. Вот. А это работа, которая сейчас у нас на экране, 32-го года, «Порт воображаемого города». Даже само название немножко какое-то такое сказочное, оторванное от реальности, максимально, может быть, иллюзорное и не совсем вписывающееся, я бы сказала, в концепцию искусства 30-х годов. То есть одно дело изображать будущее как свершившееся, или будущее как вот какая-то созидательная, устремленная энергия, присутствующая в настоящем, но она вот-вот уже произойдет. А другое дело предаваться вот неким иллюзиям, воображаемый город, да, то есть это не тот город будущего, который мы вот-вот построим, а это некая фантазия, мечта о будущем. И здесь, конечно, Богоевский проявляет себя как художника с таким символистским бэкграундом. Вот. И его символизм устремлен за рамки и сегодняшнего дня, и реального пространства, что тоже немаловажно для этого конкретного пейзажа. Еще одна загадочная работа этой эпохи — Сергей Лучишкин, «Жар улетел», 26-го года. Потрясающая и очень такая таинственная композиция, пугающая где-то и шокирующая. Если мы присмотримся к деталям, если вы видели эту работу на экспозиции Третьяковки, я думаю, вы не остались равнодушными и запомнили ее навсегда. Такой очень унылый, одинокий пейзаж городской, безнадежный даже, я бы сказала. Это подчеркнуто не только в давящем густом облачном небе, но и подчеркнуто композицией, такой сдавленной, сжатой композицией, которая организуется вокруг фасадов этих высотных домов, ну, условно высотных по сегодняшним меркам, невысотных, но тем не менее каменных домов, и глухом заборе, который пересекает линию горизонта и как бы ограждает вообще в принципе какие-либо поползновения на выход из этого клаустрофобического состояния. Молодые деревья, посаженные во дворе, но не пробившиеся, не прижившиеся, да, не получившие никакого еще реального роста, да, то есть это вот какие-то интенции, которые еще не состоялись. Вот. И это сейчас, может быть, звучит странно, но действительно эта картина экспонировалась и в 30-е годы, и была почти практически сразу приобретена в коллекцию Третьяковской галереи. Вот. Несмотря на ее какое-то немножко выпадание из времени, из какой-то одобрительной и оптимистичной ноты, здесь вот это вот
позитивный образ будущего здесь, конечно, не присутствует. Вернее, отсутствует. Вот. И радостное приближение этого будущего тоже не ощущается. А скорее, как и по воспоминаниям самого автора и по нашим ощущениям зрительским, скорее здесь присутствует изображение как бы несбыточности какой-либо мечты или образа, да, выхода из вот этого замкнутого жизненного цикла. И эта мечта улетает как фонарик. Ой, фонарик, почему? Шарик, извините. Ну и фонарик тоже, в принципе, улетает. Как несбывшаяся вот такая иллюзия. Также хотела бы пару слов сказать о этих двух художниках, Надежде Удальцовой и Александре Древине. Эти обе картины из коллекции нашего Екатеринбургского музея. Одна из них сейчас у нас в экспозиции находится. Это работы так называемого уральского цикла. И Удальцова, и Древин посещают Урал. В 26-м и 28-м году у них были такие творческие экспедиции, самостоятельные пленэры, где они, в общем, концентрируются на изображении природы, вот такой аскетичной, суровой и, может быть, не суперживописной уральской долины реки Чусовой. В 28-м году состоялась персональная выставка этих двух художников в Русском музее, который очень высоко оценил искусствовед Николай Пунин. И, в частности, он охарактеризовал эти пейзажи, эту серию таких очень экспрессивных пейзажей, как шаг честный, мужественный, ход туда, куда не всякий рискнул бы пойти. И, в общем, это связано прежде всего со статусом пейзажа в эту эпоху и с трактовкой пейзажа в творчестве конкретно Древина и Удальцовой. Такой немножечко драматичный, очень эмоциональный, не всегда натуралистичный, несмотря на свою натуралистичную привязку и какую-то конкретность пейзажных мотивов, которые здесь изображены, но исполнены они в такой обобщенной, пастозной манере. И для выстраивания нового как бы реалистического искусства того времени подобная трактовка была не столь востребованной, скажем так, как прямая формула реализма в духе ассоциации художников революционной России. Да и пейзаж сам воспринимался как такой самый неблагонадежный, нелояльный советской власти жанр, в силу как раз вот своей некой бессодержательности, что ли, которая, конечно, совершенно условно, и содержание потом появляется в советском искусстве, в пейзаже, очень даже активно, сейчас мы это увидим. Но, тем не менее, вот такая живопись и такая камерная, немножко эскапистская форма трактовки пейзажа, состояния, она также присутствовала. А вот как раз вариант того, как уже в эпоху формирования соцреалистического языка пейзаж становится одним из инструментов, опять, да, вновь инструментализируется для создания образа и национального, да, образа, и в том числе программного образа приближающегося будущего. Вот перед нами работа Василия Крайнева, которая так достаточно живописно нам изображает вот этот яркий диалектический контраст между новым строящимся Свердловском, конструктивистским, современным, вот таким вот абсолютно немыслимым на тот момент гостиница и сеть была самым высоким зданием в городе. И напротив старый уходящий деревянный домики, да, вот этот мир уходящего старого покосившегося Екатеринбурга дореволюционного, который уже вообще абсолютно как бы не востребован, не актуален, ну и попросту
разрушен, он сметается на своем пути вот этой вот махиной. Ну, похожий тоже момент есть и в картине Бориса Цветкова «Городок чекистов», она может быть менее известная, но здесь, в общем, тоже этот контраст очень четко художник подчеркивает. Это, в общем, то, на чем концентрируется наше внимание. Старый такой темный Екатеринбург, он в тени, он, в общем, совершенно не впечатляет. И белые, светлые здания, возвышающиеся в небесных вот этих бескрайних просторах, что совершенно конкретно нам говорит, что будущее не за горами и что это будущее прекрасно. Ну, в общем, работа Владимира Васильева тоже отчасти лежит в лоне этой дискуссии и этой как бы концепции пейзажа, городского пейзажа. Очень важно, что в эту эпоху очень востребован городской и индустриальный пейзаж, как, в общем, такой образ современности и этой современности, устремленной в новые перспективы. Вот. По сути, и в 30-е годы, несмотря на то, что эпоха, может быть, таких вот широких строек уже остается позади, но устремленность в будущее и оптимистический взгляд на современный город, он сохраняется. И, конечно, программное произведение Юрия Пименова «Новая Москва» остается тому блестящим свидетельством и примером, где будущее уже свершилось. Да? И это вообще на самом деле основа соцреалистического канона. Изображение действительности в ее революционном развитии. То есть это действительность, условно говоря, такого завтрашнего социалистического будущего. И изображая ее реалистично, мы вроде как делаем видимым этот образ, делаем его легитимным, делаем его осязаемым, понятным, чувственным. И здесь вот как раз такое состояние романтическое, эмоционально приподнятое и, безусловно, оптимистичное, некий такой идеал, уже свершившийся, реализовавшийся. В годы войны пейзаж тоже занимает особое пропагандистское, идеологическое место, да, значение, ну, ровно как и вся живопись советского времени. Вот перед нами тоже очень интересный пример военных лет живописи. Это Дмитрий Тархов, «Уралфронт», также из нашего местного музея. И здесь вот обратите внимание, ну, с одной стороны, ну, просто вот какая-то индустриальная сцена, завод, танки, все такое прочее, дым из трубы, все как водится. Но здесь это не просто уже такая этюдная зарисовка, как это было принято в эпоху 20-30-х годов, некий такой скетч этого индустриального пейзажа, изобразительный репортаж. Нет, здесь очень четко все, несмотря на какую-то такую немножко пленерность, как будто бы, здесь все очень как бы так продумано, сконструировано. И даже в какой-то степени иллюзорно. Мы вот видим особенно значение, если говорить о природе, да, включение природы в этот индустриальный пейзаж. Мы видим на заднем плане, на дальнем плане изображение таких могучих, огромных гор, которые просто вырастают, как какая-то невероятная, значит, гряда, отделяющая вот этот вот промышленный тыл от всего остального внешнего мира, где идет хаос, где идет война. И это такая естественная преграда, природная защита, что ли. Даже вот природа Уральских гор, она на стороне советского народа, на стороне правды. Она является таким же как бы оплотом, защитницей, как, собственно, и уральские заводы, кующие вот эти бесконечную вереницу танков и так далее, поставляющие ресурсы для продолжения и победы, для продолжения войны и победы. Вот. Ну и, конечно, я не могла обойти разговор о пейзаже и о пространстве такого, как бы,
сконструированного, что ли, пейзажа, без картины Федора Шурпина «Утро нашей Родины». В советском искусстве пейзаж действительно очень органично начинает и активно включаться в жанровую картину, в портрет. Это не просто фон, это достаточно такая важная, активная, смысловая доминанта наравне с изображением самого Сталина. Такой эмоциональный эффект подключается и бесконечная такая природа, которая вырастает за его спиной, роль и горизонта, такого низкого горизонта, который прибавляет эпичность, и, что самое важное, в принципе, горизонтальное построение композиции, тоже чрезвычайно существенно для советского искусства. Это не просто эпичность, но это статика, это устойчивость, да. Это, в общем, то, что будет всегда. Вот этот вот бескрайний простор, это непоколебимость, и это уравновешенность заведенного порядка. Здесь в пейзаже она подчеркивается не только как бы изображением там прекрасных заводских далей, линий электропередач и прочую-прочую, Москвы вдалеке, но и вообще в принципе композиционным устройством этого пейзажа, так подчеркивающего и поддерживающего этот образ. В 60-е годы меняется язык советского искусства, и появляется так называемый суровый стиль, который существенно обновляет выразительные средства и какой-то такой эстетические установки художников. Вот перед нами работа одного из таких самых ключевых пейзажистов 60-х годов, Георгия Низкого, «Аэродром» из нашего собрания. Опять же, я не устаю пропагандировать нашу местную коллекцию, потому что она весьма репрезентативная, я вас всех призываю ее тоже как-то иметь в виду. Так вот, действительно, Георгий Низкий тоже использует, кстати говоря, вот горизонталь и горизонт как выразительное средство. Здесь у него горизонт максимально экстремально занижен, и здесь тоже получается огромное эпическое пространство. Но что важно в аспекте как бы 60-х годов и этого искусства сурового стиля? Здесь преобладает внимание к пейзажу не просто как к некой оболочке, которая вот так вот поддерживает, идеологически поддерживает там сюжет, портрет, еще что-то, какое-то некое повествование, некую тематику заданную. А здесь особое внимание придается у художников стихии природной. То есть эта природная стихия, она становится, по сути, очень активным героем изображения. Она не просто поддерживает какую-то такую формулу, да, или какую-то сюжетную интерпретацию, но она буквально вторгается в это повествование. Здесь вот эта динамика, современные ритмы 60-х годов и, конечно, очарование техникой, которая опять же нас исподволь как бы подводит к идее устремленности некой, да, идеи прогресса, а это все очень связано с идеями будущего. Здесь, конечно, образ самолета как такой прорыв в это новое обновленное будущее. И здесь и природа, и техника, они очень гармонично сочетаются друг с другом. Вот еще один пейзаж, типичный для сурового стиля, это пейзаж нашего, опять же, земляка Николая Чеснокова, «Пеленгичи». Один из моих, в общем, любимых пейзажей у этого художника. Огромная стена скалы, да, вот, которая вырастает на этом полотне. Она тоже занимает, как, обратите внимание, как и у Низкого, она занимает практически всю плоскость холста. То есть это подчеркнуто монументальный образ такого
космического размаха. Хотя, в общем, это полотно такого среднего формата, в отличие от низкого. Так вот. И на контрасте с этой гигантской скалой природной, вот такой необузданной стихией, изображается миниатюрно, буквально миниатюрно изображается поселок геологов у подножия этой скалы. И фигуры самих геологов еще как бы крошечнее даны вот по краю, по нижнему краю картины. И здесь вот этот вот контраст природной стихии и человеческого начала, он не случайный. Он здесь, в общем-то, тоже имеет определенную такую смысловую нагрузку и говорит нам о том, что человек даже вот в таком ничтожном соизмерении по масштабам с природой, он, тем не менее, является мощной силой, которая может свернуть эти горы, может повернуть реки вспять и так далее, и так далее. Это эпоха таких, в общем-то, серьезных человеческих экстремальных профессий, которые своим каким-то таким титаническим трудом поражают и вдохновляют, в том числе художников. Вот еще несколько работ эпических, героических пейзажей этой эпохи. И к разговору о контрасте человеческого и природного, да, такого немножечко столкновения этих двух начал. Также работа Михаила Гуменных, мне кажется, тоже вполне как бы репрезентативна в этом контексте. Вельботы у мыса Дежнёва тоже гигантская, аскетичная, такая суровая, северо-уральская природа со скалами и с ледниками, и небольшие вот эти вот совершенно миниатюрные лодочки, нагруженные людьми. Вот это необузданная, непокоренная на природу стихия, и противостоит ей человек. Да, небольшой тут получается у нас опять хронологический перескок, но мне хотелось показать вам эту работу малоизвестную из нашего собрания, на самом деле, и мне она тоже не очень хорошо знакома, но мне показалось, она достаточно естественно вписывается в контекст разговора о пейзаже, особенно когда я думала о пейзаже Павла Отдельного. А меня озадачили так, что я о нем думала очень много. Вот. Мне почему-то показалась очень созвучна эта работа московской художницы Марины Талащенко «Февраль в городе» 90-го года. Интересна она своей субъективной такой позиции. То есть если мы говорили о советском искусстве как о неком тотальном проекте, героическом проекте или там эпическом каком-то образе будущего, образе как бы какого-то устремления в прогресс, то здесь, конечно, уже совершенно другая интонация. Здесь город и городской пейзаж — это не воплощение созидательной энергии, направленной в завтрашний день, а это какая-то такая очень покинутая, аскетичная, отчужденная среда, такая дегуманистическая городская среда, опустошенная городская среда, которая скорее ассоциируется с разочарованием и с каким-то таким очень индивидуальным, очень субъективным, очень личным переживанием пейзажа, что, конечно, для советского искусства было крайне редким. Ну и даже для искусства передвижников, да, то есть это тоже все равно некая картина мира, которая предлагается для обобщенного какого-то восприятия. Вот. Сейчас мне бы хотелось сделать такой небольшой скачок вообще в разговоре о пейзаже. Возможно, он будет не очень такой последовательный, немного сумбурный, но говоря о пейзаже как о неком
некой формуле как бы такого национального, национальной традиции или национального образа, воплощения национальной идеи в таком тотальном как бы проекте, то, что присутствовало в советском искусстве, в русском искусстве. Необходимо, в общем, сказать о высвобождении из этого тотального проекта, о том, как художники пытались, и, в общем-то, в принципе, это им получалось в какой-то степени, из этого, из этой картины выбраться, да, и из этого принципа вырасти. И вот в этом смысле мне очень приглянулось эссе художника-концептуалиста Андрея Монастырского, которое так и, ну, небольшое вообще совершенно эссе, которое так и называется «Идеология пейзажа» 1989 года. И он как раз говорит о проблеме реалистической живописи и реалистического пейзажа и процессе пейзажирования как умерщвления природы. О том, что, в общем, реалистический язык, он подчеркнуто реалистический для того, чтобы максимально быть как бы аттрактивным. Да, ну, это я сейчас уже своими словами так перекладываю. Я, конечно, вас ориентирую на оригинал, на текст, прочитать его. Вот. И, как пишет Андрей Монастырский, человек позволяет затягивать себя вот в такие тоталитарные пространства, пейзажа, реалистического пейзажа, потому что это реалистическое искусство является народным, да, вот таким вот близким, понятным, и эта рамка становится комфортной и ощутимой. И, конечно, такое искусство и такой пейзаж тоталитарный, он никак не вяжется с культурой нонконформистской. И вот я хотела привести вам несколько примеров. Это тоже работа в живописи и тоже работа с пейзажем, но как бы совершенно в другом ключе. Здесь художники-концептуалисты, вот перед нами работа Олега Васильева, это поздняя работа, но на самом деле и его произведения, скажем так, середины 20 века, они в принципе тоже примерно в подобной манере созданы. Здесь художник использует изображение вот такого типичного русского пейзажа. Можно здесь угадать какие-то пустынные такие места левитановских пейзажей или, может быть, Сосенки и Шишкина, еще что-то. И придает этому пейзажу такую некую немножечко искажающую оптику, да, это будто бы какое-то вот некое излучение, свечение, дополняющее этот пейзаж, его парадоксально остраняющее, да, и вообще, в принципе, этот прием остранения очень часто используется художниками-концептуалистами для такого сдвига, что ли, нашего привычного и автоматичного зрения на образ. И вот здесь это радиоактивное излучение, как говорит о нем, кстати говоря, сам Монастырский, радиоактивное излучение, оно как раз как бы зрителя, нас, то бишь, с вами, делает для нас, для зрителей, видимым вот эту вот парадоксальную искусственность пейзажа, его тотальность, его, скажем так, коллективность, и разрушает это, придавая ему, ну, в общем-то, черты ему несвойственные. Также на ум сразу приходит, говоря о пейзаже и о таком варианте концептуалистского пейзажа, работа Эрика Булатова. Вот несколько лет назад в галерее здесь была потрясающая выставка графики Эрика Булатова, ретроспективная. Я надеюсь, что вы ее успели посмотреть. Это вообще, конечно, эксклюзивный материал. Но Эрик Булатов, конечно, широко известен публике как живописец, и вот как раз
Он в своих работах и в графических, и в живописных очень активно использует формулу реалистического пейзажа. Пейзажа, который является частью вот той самой оболочки, которую мы видели на картинах Шурпина и на картинах многих-многих других советских художников, где пейзаж — это просто некая часть, вот данность этого искусственного, иллюзорного, тотального мира, да, который полностью пропитан вот какой-то, ну, как бы иллюзорностью, искусственностью. И здесь Эрик Булатов прибавляет к этому тоталитарному жанру пейзажа еще один тоталитарный, можно сказать, жанр. Это лозунг. Точнее, ну, здесь конкретно не лозунг. Здесь фраза из, значит, как это называть-то? Из поездов метро, электричек и так далее, и так далее. То есть некая такая директива, некое обращение к человеку, язык, на котором власть, ну или, скажем так, правила некие общественные, общественного договора, общаются с человеком. То есть это не какое-то гуманистическая коммуникация, это общение директивами, приказами, рекомендациями такими настойчивыми, общение через лозунги, через призывы, через уже потерявшие какую-либо человеческую там основу, да, и душеспасительную, душеподъемную составляющую, слова и фразы, не вызывающие в нас ничего, кроме как какой-то такой тоже фонового состояния. И вот здесь он совмещает два этих языка, как бы их парадоксально сочетая и сталкивая. И вот эта странность, парадоксальность, она развенчивает как бы и иллюзию, и пейзажа, и как бы серьезность и важность тех слов, которые появляются внутри этих пейзажей. Борис Гройс, один из теоретиков концептуального искусства и автор термина «московский романтический концептуализм», вот в одноименном эссе своем как раз тоже рассуждает о том, что позволяет появиться, да, концептуализму и почему концептуализм апроприирует этот язык, в общем, советской массовой культуры, подобно тому, как это происходило в концептуальном искусстве на Западе. Тоже такая критика и отстранение языка массовой культуры. Вот. Так вот, он говорит о том, что сам принцип сходства оказывается под сомнением. Я имею в виду как раз такого реалистического сходства, да, здесь идет речь об этом. И художники становятся аналитиками, в общем-то, это художники-концептуалисты и есть. Аналитики, для которых уже вот этот вот принцип подобия становится не важен, а важен становится и тождественности там представляющего и представляемого, да. А становится важно как раз различие и отличие произведений искусства от всего того, что присутствует в мире, в объектном мире. И некая, в общем, такая его автономия, что ли, если можно так сказать. Вот. И здесь еще несколько работ, на которые хотелось бы обратить ваше внимание. Это работы художника, тоже концептуалиста Ивана Чуйкова. Он работает с пейзажем очень активно и превращает тоже его в некий атрибут иллюзии. И как раз вот в том, что он нам показывает искусство как иллюзию, и да, этот образ как иллюзию, проявляется, по мнению Бориса Гройса, и тут, я думаю, мы все с ним согласимся, проявляется как раз вот эта вот позиция Чуйкова о том, что и его как бы такое художественное высказывание о том, что искусство — это как раз вот нечто истинное, которое обнажает эти иллюзии и обращение к образам, да, таким иллюзорным здесь, опять же,
раскрепощает вот этот тоталитарный образ, о котором писал Монастырский. Вот, пейзаж — это иллюзия. И, в общем-то, здесь, конечно, сложно поспорить. В завершении разговора о пейзаже мне бы хотелось привести несколько примеров, которые не являются, точнее, не связаны с живописной техникой и вообще, в принципе, со станковой живописью как таковой. У нас заявлено был разговор о трансформации, да, или там, не знаю, об образе, категории времени и пространства именно в пейзажной живописи. Но на самом деле пейзаж, в принципе, возникает в искусстве и за рамками живописи или за рамкой вообще станкового произведения. И в этом смысле, конечно, практика художников-концептуалистов из группы «Коллективные действия» тоже вполне себе пример пейзажа, который включает в себя лозунг, как это было, например, у Эрика Булатова. Только здесь этот пейзаж существует в форме документации перформансов, документации акции. Вот перед нами документация акции «Лозунг» 1977 года. Здесь художники размещают в таком тихом, в каком-то пустынном природном месте лозунг с текстом, с довольно таким как бы абсурдным. И по форме этот лозунг, в общем-то, воспроизводит как раз формальные приметы, да, типичных лозунгов, которые появлялись в городах и на предприятиях, там, то, с чем сталкивался человек каждый день. И он опознается, этот лозунг, безусловно, сразу автоматически нами опознается как некий объект, который содержит какую-то идеологическую информацию. Но контекст, в котором помещается этот лозунг, полностью разрушает его и вот эту вот природу идеологическую. Контекст здесь очень активно себя проявляет. И просто благодаря парадоксальности обстоятельств этот лозунг развенчивается и просто как бы дискредитируется, можно сказать так, да, не превращается в какую-то странную, бессмысленную фразу. Ну, в общем, у «Коллективных действий» была целая серия подобных акций с лозунгами и с текстами. И в какой-то степени это даже вот формально как-то перекликается и с работами Павла Отдельного, где он проявляет текст, включает текст в пейзаж. Вот этот вот текстовый комментарий непосредственно внедряется в его живопись, в образ, вот в эту рамку этого законченного образа. И, конечно, если Монастырский говорит о пейзаже как о неком таком тоталитарном, массовом, народном искусстве, то подобные практики и такой как бы альтернативный пейзаж, если можно так сказать, то это как раз искусство противоположное. Искусство глубоко индивидуальное, глубоко субъективное. Вот. Еще несколько работ, которые, мне кажется, тоже вполне себе существуют как пейзажи, тем более, что существуют они в большей части в формате документации, фотодокументации. Несколько работ художника Тимофея Ради хотелось бы мне здесь привести в пример. Художник, который работает с формами паблик-арта и ленд-арта, и очень много работает с текстом, помещая этот текст в городскую среду. И здесь, конечно, совершенно иные обстоятельства внедряются в практику уже современного художника, потому что «Коллективные действия», например, работали с средой такой как бы максимально свободной и независимой природной средой, то Тимофей Радев, по крайней мере, в рамках паблик-арт проектов, он работает с очень агрессивной городской урбанистической средой, с пространством практически как бы, ну, где очень много присутствия человека,
но в то же самое время места для этого человека не так много. И высказывания, которые появляются в его работах, мне кажется, обусловлены как раз вот тем состоянием и тем контекстом этого места, с которым он работает, будь то некие такие социально ангажированные, даже в какой-то степени политические высказывания, или более поэтические, какие-то обобщенные, метафизические, может быть, да, как раз приближающие нас к концептуалистским практикам вещи. Но и, конечно, одна из последних его работ, она максимально связана и с нашей темой, и с разговором о том состоянии, к которому приходит лирический герой Павла Отдельного в проекте «Русское нигде», да, то, с чего мы начали эту беседу, о том, что об утрате будущего и проекта будущего как некого такого человеческого большого, человеческой большой идеи, человеческого большого проекта. Вот утрата, разрушение, потеря связи с будущим, вообще в принципе абсолютная, скажем так, неактуальность категории будущего для современного человека, для современного художника, она, в общем, воплощается и в работе Тимофея Ради 2020 года. Это как раз уже Land Art проект, который, кстати говоря, перекликается и с идеями, которые воплощены в стейтменте к этой выставке, отсылающими как раз к вот этим вот состоянием в пространстве, никому не принадлежащим, да, где стирается человеческое такое присутствие, это как раз природные пространства, где человек находится в таком анонимном состоянии. Вот. Ну, да, я просто хотела здесь защиту вот этой работы упомянуть то, что не только здесь присутствует аллюзия на Сантьяго Сьер, проект 2012 года, в котором часто обвиняли Тимофея Радио в цитируемости, но и на самом деле это такой как бы сложный клубок разных цитат и перекличек. Вот, мне кажется, еще один замечательный ландарт проект Райана Эверсона тоже может зарифмоваться с работой Ради. Это слово «фир» — страх, такое зеркальное, объемное, расположенное и растворенное в пространстве, расширяющееся максимально в этом пространстве. И также, в общем-то, по сути, репрезентирующее вот эту разочарованность и какую-то такую потерянность сегодняшнего состояния вот этого пейзажа, национального в какой-то степени пейзажа, в котором уже нет места проекту будущего. Ну и, по сути, наверное, это закономерно, потому что, в принципе, большой проект будущего — это все-таки часть такого модернизма или примета модернизма, очень важная, и примета такого тотального, обобщающего, большого сообщения, месседжа, который на сегодняшний момент становится абсолютно деконструирован, в том числе как бы эпохой постмодернизма и практиками концептуального искусства. Вот, будущее не в руках человека, как пишет куратор выставки, и какое-то такое ощущение поворота не туда, вот в этой работе Павла Отдельного, одной из мною любимых, полюбившихся и как бы таких точек отсчета в этой теме и в этих рассуждениях, мне кажется, это в принципе симптоматично не только для этого художника, но и в принципе для искусства второй половины 20 века. Вот. И в завершении могу сказать, что вообще вот как мы сейчас с вами проследили такую долгую и очень разнообразную историю пейзажа и образа пейзажного не только в живописи, как вы поняли, но и вообще в самых разных обстоятельствах, где рамка изображения природы задается или включается в художественный образ. Вот.
можно как бы подытожить то, что вообще в принципе художественный образ и художественный образ в пейзаже особенно, он воплощает некий социальный опыт художника, социальный опыт общества, в котором находится художник. И живопись, ну не только живопись, вообще в более широком смысле искусство, оно помимо коммуникативных функций выполняет очень важную социализирующую роль и формирует какую-то систему ценностей, систему координат. И не случайно в искусстве так много примеров, да, мы видим конструирование серьезных больших нарративов, в том числе нарративов национальной идентичности, самосознания и образа будущего, прошлого, настоящего, которое сливается, сплетается. И по-разному, в разные эпохи, как мы посмотрели и убедились, воплощается. Вот. Ну, на этом, пожалуй, я закончу.